26 августа. Отставить 26, 27 августа. 17 год, Харьков. Направляемся мы в экопарк. Вот здесь комб. Да иду, иду. Отправляются автобусы бесплатные от Героев Труда. С проспекта Победы, то есть метро Победа. И Газпром. 15-30 минут периодичность отправки туда. Не помню, автобус бесплатный, парк бесплатный. В общем, вон уже посадка идет, чтобы знали, где это. 26 августа, 17 год. Доехали мы до Фельдмана Экопарка за 20 минут, чётенько. Но тут заторы, конечно, выходной день. 12:05 по Киеву. Там уже окружная. Ну, в смысле, это окружная, там пересечение. Фельдман Экопарк, зоопарк. На окружной Харькова 12:06. Парковка дает представление о популярности этого места. Ну и вон наш вход. 27 августа, 17 год, Харьков, Фельдман Экопарк, окружная Харькова, зоопарк, бесплатный, бесплатно нас заставили, бесплатный вход, 12:09 по Киеву, вон окружная для ориентира, автобусы отправляются от станции метро Героев Труда, от станции метро Проспект Победы и от станции метро Газпром с частотой 15-30 минут. Так, и вот схемка Фельдман Экопарка. Центр раннего развития, город мастеров, конный комплекс, пляж. Сколько раз я здесь был, до пляжа еще не добирался ни разу. Клевая рыбалка. Беседка для... Мангальная зона даже есть. Домик лебедей, домик оленей. Ну и тут бары. Полевые каши. Администрация. Ладно. Машинка. Ява. Ну, конечно, основное здесь это зоопарк, но на машинке тоже посмотреть приятно. Особенно на горбатенький Запорожец. Так. Украина, единая країна, прапори областей Украины. Ну, это, я думаю, можно вскользь посмотреть. Поехали. А что тут катаются? А тут что катаются? Ну что ж, приготовились. И 3, 2, 1, поехали! Да, вот это красиво. Какие все шустрые ребята, какие огромные молодцы. Теперь давайте обратно приезжаем.
Девушка просто пройдет, она же вообще ничего не делает. Пошли котят посмотрим. Пошли. Тебя ставить? Не, не надо, спасибо. Опа, а вот и начало зоопарка. Ты видишь? Да нет, не надо. А вы что, сами куда-то пойдете? Мы пойдем самый быстрый, самый шустрый. Ну, ребята, куда же самый быстрый, самый шустрый пойдем? Не расстраиваемся, да? А в зоопарк не пойдет? Что, на львов не будешь смотреть? Молодцы. Ну что ж, Глеб, ты умничка. Ты получил свой заслуженный приз. Да, и все участники, которые все участвовали в нашем финальном забеге, они тоже получают наши приятные приз. Да, как победитель, Глеб получает от нас шикарнейшую машину. Да. Пошли вот туда. Друзья, еще посмотрим, раз поблагодарим всем участникам. Это был первый тур. Давайте еще раз громко-громко всем-всем-всем поаплодировали. Но я так понимаю, что у нас набралось еще одно количество для заезда. Еще есть участники. Ребят, даем свои локаты. Так. Курить нельзя, пить нельзя, смотреть можно. Хорошо. Я так и знал, что это... Котики, собачки. Ну хоть не храпит, это хорошо. Ничего не надо, да? Сурикат. Кто-то вырвался на свободу, да? Мама родная, как на Лаврова похож. Так, а что дальше? Вон он наш красавец. Вообще не видать, да? Отдыхает бедолашка от надоедливых. Вон он. Ухом. Повел. Ну ладно. Будем знать, где он, может, еще. Вот тут два таких дела. Ой, сейчас будет 27 августа, 17 год. Харьков, Фельдман, Экопарк. Зоопарк. И львица. Красавица. Лев белый. Вон, смотри. Здесь дома никого. Рысь. Рысь куда-то сдриснула. Вот, вот это вот наши ребятки. Тигр амурский. Как тигр по клетке, да. Наглядная иллюстрация. Да,
О, это даже живая музыка. Вообще красота. Ух, а рыбины-то. Вот это да. Залазить на скульптуру заборонено, запрещено, но как-то и желания нет. С такими грозными видами. Так. Енотики, что ли, да? Будь ласка, не годуйте тварин. Енот полоску. Волки. Я представляю, как себя чувствуют еноты рядом с волками. Тут они такие тихие. Что тут можно посмотреть? На пенек в диких условиях. А, вон вижу верблюд. Пошли к верблюду. Где? У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Ой, Винни, посмотри, как они лошадку побили. Это не лошадка, это верблюд. Все равно жалко. Да, сегодня планирую добраться наконец-то до этого бассейна, чьи бассейна, пляжа. Маленький, господи, на улице бы встретил, внимания не обратил. И надеюсь, он на меня тоже. Даже затрудняюсь, что там такое сказать. А, вот она. Нос ухо. Ну, нос я заметил, а ухо. Не, не поймаем. Ее, наверное, уже этим носом задолбали. Ой, это кого так с жилплощадью обделили. Ох ты, малекусенькие. Туда? Смотри, какой красивый, смотри. Давай найдем сюда. Тхир. Тхир. Мама! Лучше бы я это вслух не произносил. Еще забанят. О, обезьянки. Моя золотая, утомили тебя туристы уже, да? Любители живой природы. По стеклу не стучать. Да, здесь где-то был плакат. По стеклу не стучите, не открою. Очень остроумно. Смотрим, надо взять.
Сколько? Никак, а макака. Макака вид межей. Это вообще как? Макака и медвежья. Ой, а там вообще какой красавец. Вообще какой-то сказочный козел с рогами. Ой, обломался рожок или новый вырастает уже. Безумно какая-то красивая внешность. Нестандартно. Косульки. Животных не кормить, пожалуйста. Там обезьянки. О, птица. А вот того павлинчика я помню. Я помню вон того. Была у меня версия, что этот павлин, его филейная часть, как раз то место, куда пролетели все стрелы Ивана Дурака. Какой-то альбинос. Сейчас, стой, никуда не уходи. Так, ну налево. Пойдем к тем, кто будет кушать. Пойдем. Ох, получится длинное видео. Тут, конечно, площади просто огромная. Ничего себе. Баранчик, овечка. Как-то меня решеточка это не впечатляет рядом с такой тушей. Ему разгоняться не придется. Моргнет и снесет. Не заметил. Козлик. У животных специальный рацион. Не кормите животных. Ай-яй-яй, как же так? Ой, ты маленькая, забилась глубоко, не видно ее. Но она там. Уточки. Бабак степовой. Бабак — это тот, кто нам предсказывает погоду. В феврале месяце. 2 февраля. Вон он, бабачок. Не крупный. Но спит явно с удовольствием. Ничего не вижу. Ах ты мой золотой. Пушинка. Разве есть такое животное? Кролик, что ли? Точно, кролики.
Крупнючие какие. Кролик домашний. Вон он, домашний кролик. Это лучше еще ходит, а ну тихо. Кролик. А ну пойдем дальше. Здесь хуски-то маленькие. Ладно, здесь кролики определились. Будем схематично отмечать места скопления живой силы. Туда я еще не ходил, пойду попозже. А, вон как раз место для курения. Так. Там запись прервалась, наверное. Это у нас Фельдман Экопарк Зоопарк 27 августа 2017 года. Парк, да, зоопарк. Сейчас на критериках приходим. Так. Ой, вон какая красота. Боже мой, кошачий, это просто что-то с чем-то. Какая Багира, а? Так, где у нас там? Да. Эту кошечку на коленях не подержишь. То есть один раз можно, и то недолго. Потом придется как минимум себе запчасти покупать. А как максимум не придется. Пантера. А, вон она, вон есть пантера. Вон она, пантера. Ну что ж такое, давай соображай же. О! Ну разве не красавица? Жалко, что не сидит так, как тоже пантера, да? Пума, пантера, не могу сказать разницу. Одни черные, другие пятнистые, ягуары. Спрятались сюда. Ты что-то реконструируешь? Да, у Харькова сейчас просто сплошная реконструкция. Идем, бери за ручку. Да, вот, наверное, хотелось бы, чтобы схемы не только в начале парка висели, а и по развилкам тоже. Так, ну тут у нас жвачное животное. Которые, как и положено, жуют. Ну это какая-то прям помесь голубя с павлином. Ой, красавец.
О, тут даже ходит. Ой, лама, да? Да, да, иди сюда. Все, пора текать. Подковывать ведут. А, там конные. Как это? Конный завод? Конные плеса для коней. Следил, чтобы они были. Центр раннего развития. А, это я помню, было на схеме. Да, хорошо. Спасибо. Не за что. Так. Что у нас там дальше было? Там у нас было озеро где-то, да, судя по тому, что идем туда вниз. Склон идет вниз, и озеро будет там же. Только где там дорожка туда? По идее быть должна. Где-то же должен быть и пляж. Коняшка. Ну. Не, что-то не похоже. Там похоже на туалет. И все. Ладно. Так, а тут у нас целых 3 троянских коня. Да. Тут, конечно, табличку не курить стоило бы повесить. Привет. Тут вроде бы есть, тут вроде ты что не переживаешь. Не подпаничь. А где ж пляж? И как на него попасть? Вон вижу какие-то активные дорожки. Ага, да вот, наверное. Детские городки. Сейчас найдем. А, вон там батут. А народу-то?
Просто караул. Ну, вон уже и озерцо. Ты посмотри, как тут глубоко. Ну, я в смысле имею в виду овраг. Был лебедь. Вижу уток, но лебедь точно был. А, вот он. Ну все, программа минимум выполнена, озеро найдено. Там уже какое-то село. Красота. Что это за село, я даже и сказать не могу. Ну, в общем, так. Так, Фельдманека парк, 27 августа, 17 год. И там батут, мимо которого я поднимался только что от озера внизу. Там веревочный городок. Здесь для копытных и парнокопытных загончик. А вот здесь у нас орлан белохвост. Сероватый. Это что, орлы? Сфоткай. Орла. Орла, сфоткай. Я уже не соображаю. У них тут и еды есть. Да ладно. Я знаю, что на них купят. Душа они. Конечно, маленькие медведи. Нет. Которые идут в отрасль. Нет, они питаются тряпками, мертвыми. Ну это прям как из Шрека. Звичайный конюк або Сарыч. Сарыч. Там еноты, да? Ракун. Раки ракун. Где он? Вон он. Надо его сбоку снять. А он на полочке чуть выше лежит, видишь? Нет. Видите лапку себе? Вот готик такой серенький. Вон серенький камушек. Наш маркиз. Видишь? Вот он. Утомленное солнце.
Это я уже в самые дебри забрался. Пугач звичайный. Я думал, пугач это тут чем стреляют. Или пугают. Интересная капелька. Если смотреть так, то выглядит, как будто царь утонул. А если так, то как будто или в Муромце строительной плитой накрыло. Очень интересно. Голубый, ухастый фазан. Прямо такие камин-аут. Хатынка пингвинов. Да ладно, какие пингвины. Тут плюс 35 даже было. Пингвины уже давно превратились в фазана. Что у нас так чирикают? Ну а кто, конечно, попугайчики. Воздух, конечно, тут класс. Если рядом к копытным близко не подходить. По стеклу не стучать. Ира. Хорошо. Я приезжал сюда не для этого, чтобы по стеклу стучать. Никого. Выпустили в лес на подножный корм. Ну кто здесь хоть должен быть, хоть чтоб знать. Ребенчатый дикобраз. Всех, по-моему, тут только три. Или больше. Да что ж ты? Как же тебя увидеть через стекло? Да я вижу, у них какой-то тихий час. Там жарко, они не умирают. Видно, ничего не видно, да? Может, мы дал только 20. В общем, придется поверить на слово, там дикобразов. Что в таких случаях делать? Только стучать по стеклу. Вот это ракушка. Я представляю, как в этой ракушке шумит море. И люди, у которых клаустрофобия, тоже наверняка в этой ракушке шумят. Так, чувствую по запаху, идем к копытным. Сейчас пойдем, да. Лошадь Пржевальска, мустанг, мимо, кианг. Вообще разные бывают наборы букв. Как большая голова. Кианг. Азиат, что ли?
ближе ко входу. И людей прибавляется. И животных. И это океан. А чужих разлучили. Ну я целенаправленно по самым закоулкам решил пройтись, а то никогда в жизни туда не добредаю. Птички. Мы пошли к птичкам. Розовощёкий неразлучник. Розовощёкий балабольчик. Страусы. А вот он. Вот он. Я думал. Обыкновенный нанду. Молодец какой. Ничего себе маневрирует. Как. А пишет, что ты обыкновенный. Ты не обыкновенный. Нанду. Ни одной славянской фамилии. Какой караул. Ой, а вон, смотри, какие. Господи, там еще что-то есть. Ну что ж такое. Я сейчас так до Харькова добреду. Сколько же он гектар занимает? Так, там тоже что-то жвачное наверняка. Что-то так машет то ли ушами, то ли хвостами. Экотропа. Экотропа. 27 августа 17 год. Харьков. Фельдман экопарк. Так, чтобы сориентироваться, это у нас административное здание. Ну, конечно, не здесь, где орангутан Барнейский, а сразу за ним. Это у нас планета Харьков. Глобус Харькова. Был он когда-то на университете, этот глобус, помнится. Здесь какой-то птичий базар. И базар не в смысле торговли, а в смысле активного разговора. Тварина может завдати травму. А что ж там за тварина? Рудий варі. Не, не возьмем мы рудого варі, в тенечек спрятался. Тут у нас мишка. Да, сынок. Алло, говори. Алло. Привет. А, нечаянно нажал, ничего, давай. Thank you.
медведь буры. Да, Мишка, конечно. В лесу с таким товарищем встретиться. Веселья было бы много. Можно оттуда пройтись, посмотреть. Вот тут уже. А что это он тут гуляет? А не, нельзя, там закрыто. Ну ладно. Валентин, с той стороны мы не пройдем 100%. Там вороги, пошли дальше. И этот ходит как тигр по клетке. Сейчас будем обходить. Ну такого и дома можно попасть. На спину у него. Яблочко ты можешь дать вам попугая. Вот такая у нас кошечка. Каракал. Кара — это черный. А дальше я не буду инсинуации разводить. О! Ну и в ковчег обнаружился, надо же. Кто бы мог подумать, где. Ох ты, маленький ты мой, как же ты с таким носом? Вот это да! Иди сюда! Так, там живая музыка, там мы уже были. Там аттракцион за стеклом. Наверное, ничего мы не рассмотрим при такой солнечной погоде. А, вот это я помню. Желто-блакитный Ара. Да где ж ты, не видать тебя. А он еще один. Да, в тенечке не видать. Лиза, смотри, голубой. Синя-желтый Ара. Дверь открыл, пошел. Ара. Ну, прячется, прячется от солнца птички. Я их не сужу. Ух ты, мама дорога. Спряталась. Вот она, ты красавица. Да. Говорят, черная кошка
перебежала дорожку, к несчастью. Вот такая, если дорожку перебежит, так на дорожке и останешься. Да, обеденный перерыв, очевидно. Ну и там мы уже были. Вон что-то тоже кошачье. Африканский лев. Ага. Хоть как-нибудь, то там же круг. Белый был. Ой, мама, да вот он. Это просто караул. Ничего себе. Это караул. Ну, красавица. Оля, просто красавица. Ах ты, молодец. Вот она сюда подходит, такая зитель банная со складочками. Посмотрите, красивая. Ой, еще не забрали. Томиться бедная. Туда-сюда. Завтра. 27 августа. 17-й год, Харьков. Фельдман экопарк, зоопарк. Красота, проснулся. Тварина может завдать травму. За полчаса, что я здесь нахожу, стало понятно, что на фоне этой таблички парни любят своих девушек фотографировать. Так. Да. Красота. Красота. Так, ну здесь рекреационная зона. Уже меньше имеющие отношение к животным. Ну, конечно, до какой степени набраться. Там детские городки. Ну, в общем, Фельдман экопарк, зоопарк, экопарк, хорош. Вот это номер, прямо фактически посреди кафе, вот такие недекоративные животные. Красота. Это просто макет строения земли. Три слона на черепахе. И земля плоская. Камни черепах не бросать, черепах не трогать. Кому-то приходят в голову такие идеи. Да ты посмотри, тут кишит все черепахами. Да, вот в воде я черепаху не видел. Даже нормально так себя чувствует, выныривать не торопится. Прям
как рыба в воде. Черепаха, как рыба в воде. Да, ну и это уже вход или выход. В моем случае выход к автобусам, которые развезут нас по домам.